В Якутске погиб младенец от укуса питбуль-терьера. Трагедия произошла сегодня в частном домовладении по улице Челюскина. Как стало известно, родители малыша занимались разведением собак бойцовской породы. Сообщают, что пес вырвался из вольера и укусил в голову двухмесячного ребенка. Девочка находилась в детской коляске на улице. Репортаж Юрия Осипова. Трагедия произошла днем, когда хозяйка дома гуляла во дворе с ребенком. Известно, что родители ребенка в качестве хобби занимались разведением собак бойцовской породы. Одна из них и совершила нападение. К сожалению, в трагический момент в доме из взрослых была лишь мать ребенка, которая не смогла предотвратить произошедшее. Собака бойцовской породы, предположительно, питбуль-терьер, напала на двухмесячного ребенка, укусив его за голову, который находился в детской коляске на улице частного сектора. От полученной травмы младенец скончался на месте происшествия. Агрессивная собака была ликвидирована на месте. Поскольку она представляет угрозу, проявляет агрессию неспровоцированную, такое животное должно быть уничтожено. У нас закон позволяет любому гражданину, имеющему право на ношение оружия, сотруднику полиции, использовать это оружие при нападении животного на человека, когда жизни и здоровью людей угрожает опасность. Сейчас проводится доследственная проверка. Устанавливаются все факты произошедшего. После выяснения всех обстоятельств будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Юрий Осипов, Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, Владимир Таюрский, НВК «Саха», Якутск.